Зима на Клондайке подходит к концу. Начинается новый сезон золотодобычи. Это будет лучший год из всех. Команда Хоффманов надеется на лучший сезон. Да! Они убирают снег раньше других. Первый разрез, Энди! И открывают самый большой разрез. Будет суперразрез. С целью собрать в два раза больше золота, чем раньше. Мы достигнем цели. 84 килограмма. Да! Тони Битц начинает сезон с пригоршни золота. Просто красота. 75-летняя Драга готова к работе. Отличное начало. Как и семья, твердо решившая воскресить историю. Драга плывет. Несмотря на отличный итог прошлого года, Паркеру Шнабелю грозит катастрофа. Мне страшно. Он потерял человека, приведшего его к успеху. Я не вернусь. Плохо дело. Приходится нанимать новичков. Да, опыта у вас маловато. Затем грядет битва с хозяином прииска. Ты озвучил условия, а теперь снова бери или уходи. Которые переходят в войну. Я сказал, проваливай с прииска. Точка. Золотая лихорадка.